Вооруженные силы Украины как единая, управляемая и эффективная структура перестала существовать. Это следует из сообщений Министерства обороны России и рассказов очевидцев. Сегодня это десятки изолированных друг от друга группировок разной численности, скрывающихся в городах и поселках. Эти вооруженные формирования не имеют никакого централизованного снабжения, информирования, поддержки с воздуха, подхода подкреплений. Они не способны действовать в рамках каких-либо замыслов украинского генштаба. Просто толпы вооруженных людей с приказом стоять насмерть. 90% украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации, выведены из строя. Подготовленных украинских летчиков первого и второго класса практически не осталось. На сегодня фиксируются только единичные попытки вылетов боевой авиации воздушных сил Украины. Уничтожен 81 радиационный пост украинских ПВО. Это привело к потере боевого управления авиацией и противовоздушной обороны Украины. В настоящее время система ПВО носит только очаговый характер и не способна оказывать существенного противодействия российской авиации. Обезглавлены и лишены командования бригады, на которые была возложена почетная обязанность утопить Донбасс в крови. Теперь эти тысячи вояк вместе с нацбатами маринуются в котлах, отрезанные друг от друга, моральные, физически измотанные, не имеющие единого командования, целей и задач.